Воздушные приседания. Поставьте ноги на ширине ваших плеч или чуть шире, так, чтобы вам было удобно. Носки слегка разверните наружу. Выполняем приседания. Стоим уверенно на всей стопе, на носки не переходим. Спину держим ровной и даже прогнутой. В нижнем положении ваши тазобедренные суставы должны уйти ниже коленных. В верхнем положении полностью распрямлены коленные и тазобедренные суставы. Одно из самых популярных и широко использующихся упражнений в кроссфите. Основная нагрузка на квадрицепсы и ягодицы. Новая тяга с гантелями. Возьмите гантели перед собой в обе руки. Выполняем наклоны туловища. Ноги держим слегка согнутыми в коленных суставах. В пояснице прогиб. При движении гантели вниз, таз уводим максимально назад. Переводим вес тела на пятки. Гантели ведем вдоль голени максимально близко к ним. Взгляд перед собой, ноги стоят на ширине плеч или чуть уже. В верхнем положении распрямляемся не полностью, оставляя мышцы в нагрузке. В нижнем доводим до середины ваших голеней. Все движения плавные, чувствуем работу ваших мышц. Основные работающие мышцы – ягодицы, задняя поверхность бедра и низ спины –